Торжественная церемония открытия Кубка России по кикбоксингу стала большим спортивным праздником, ведь соревнования проходят масштабные. Ульяновская область выбрана площадкой не случайно. Кикбоксингом в регионе занимаются на высшем уровне. Ульяновск – это наш надежный партнер на географической нашей карте кикбоксинга. У ребят профессиональная команда, подходящая инфраструктура. В Кубке России по кикбоксингу принимают участие спортсмены от 18 лет. А на всероссийских соревнованиях смогут проявить себя не только именитые единоборцы, но и новички. И я уверен, что соревнования, которые мы сейчас для вас организовали, они послужат стартом для многих-многих будущих чемпионов, которые будут прославлять нашу Россию. Соревноваться в Ульяновск приехали кикбоксеры со всех уголков страны и не только. Благодаря тому, что турнир проводится в открытом формате, в нем примут участие спортсмены Алжира, Азербайджана и Беларуси. Последние приехали большой делегацией – 45 человек. Да, я очень рада поучаствовать в международных соревнованиях, потому что это в первую очередь неотъемлемый опыт, который не получишь в пределах своей страны. Очень интересно посоревноваться с спортсменами разного уровня, представителями разных стран. Открытый Кубок России в Ульяновске состоялся уже в пятый раз. Численность участников растет с каждым годом. Это отборочные соревнования перед первенством России по кикбоксингу, которое пройдет в мае этого года в Дагестане. По кикбоксингу все дисциплины как раз можно посмотреть, увидеть, что такое кикбоксинг настоящий. То есть и мягкие разделы, и сольные композиции, и фулл контакт. Не остаются в стороне и ульяновские спортсмены, которых на соревнованиях около 100. С первых дней турнира они приносят в копилку региона новые победы. Так Карина Ануфриева победила соперницу из Санкт-Петербурга, но останавливаться на достигнутом не планирует. Победы ждала, готовилась усердно. Готовил мой тренер Жуков Сергей Евгеньевич. Мы приходили, неплохо. Можно и лучше. Соревноваться спортсмены будут 8 дней подряд, до 28 апреля. В заключительный день соревнований в 18:00 пройдут 4 финальных боя в рамках профессионального турнира по кикбоксингу. Юлия Руднева, Сергей Кудаков, Управда ТВ.